Ну что, всем привет! Начнем новый влог. Сегодня суббота. Оделась, как будто бы я не по погоде. Люблю Калининград. Не, правда, очень люблю. Но вот, например, сегодня 26 градусов. Визуально так не скажешь, потому что некоторые люди прям в кофтах, в штанах, а я иду в шортах, в тоненькой блузочке. Выбралась сейчас ходить на винтажную выставку в новое место, разведать обстановку, посмотреть, что интересного есть, прогуляться, купить подарок подружке, потому что сегодня мы идем на день рождения. Вот, прогуляться. Ну и беру вас с собой. Если хочешь, можем пойти погулять. Да? Чуть-чуть вымокнет. Ну ладно, не чуть-чуть, полностью. Хочешь мокрой собакой быть? Хочешь? 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 Или не хочешь? Возвращение спортсменки. Операторская работа. Теперь попку снимаем. Пухнем полным. Вот так. Добавь страсти. И все будет страсть. Теперь с главного спортсмена. Вот он. Вот это он занимается. Ержан, ты уснул? Иди прискачай. У него спортивная агрессия.
Ты же уснул. Тут спорты вообще-то. Ну посмотри. Вроде путешественница, пока не расположишься. Да. Танцуйте. Да, под такую музыку еще. Женщина, я танцую. Женщина, я не танцую. Сегодня вновь проводим время на собачьей площадке. В этот раз Марк, к большому счастью, не один играет, и не нам его нужно развлекать. Пришел мальчик со своей девочкой Бигли. Вот они стоят с Денисом, разговаривают, собаки играют. А я сижу на солнышке и загораю, радуюсь тому, насколько я сегодня продуктивна. Я радуюсь всегда таким приливом энергии и желанию к творчеству, потому что когда-то я уже говорила об этом, но когда тебе есть чем сравнить, когда ты был в большой эмоциональной жопе, физической жопе, и когда в этом всем периоде есть просветы, ты счастлив просто потому, что сегодня такой день. Все нормально, собаки. Марли, ты на пикник идешь? Да. Пиццу кушать? Лучше, да. Да. Кто будет сейчас пиццу кушать? Попрыгивать. Ого! Паркур. Thank you.